Дорогие зрители, всем большой привет! Приглашаем вас на стадион КАМАЗ в набережные Челны. Здесь сегодня в рамках очередного, уже получается, 8-го тура МЛБ первой лиги КАМАЗ на своем поле будет принимать Нефтехимик. Сегодня принципиальная игра, татарское дерби. И отмечаем, что команды подходят к этому матчу в разном настроении. Поехали, дорогие друзья, начинается игра. Нефтехимик начинается с центра поля. Передача назад идет на Никиту Яновича. Виталий Ашовский меня зовут. Очень рад для вас сегодня постараться на матче КАМАЗ-Нефтехимик. Вперед оброс следует. Ну, здесь рукой, похоже, себе подыграл Талгат Кусяпов. Ну, кстати, сомневаюсь, честно говоря, в этом. Итак, штрафной удар. Максим Петров подходит и забивает, не забивает. Забивает или не забивает, пока непонятно. Вроде как не было гола. Богдан Главко не спешит. Указывает на центр поля. Опять же, повтор сейчас явно пригодится. Честно, мяч уже видел в воротах, но перекладина остановила. Вот. Даже можно предположить, что если команды будут так и дальше играть, то, скорее всего, игра будет до гола. Вот здесь последняя передача в центр. Удар поворота. Вот такой опасный эпизод. Роман Акбашев устремлялся вперед и пробил из-под защитника Нефтехимика. Джамилов не успел к мячу, но вторая волна будет у этой атаки. Теперь уже время Нефтехимика атаковать. Хороший разрезающий. И тут суперсейв Артура Анисимова. Ну, поймал кураж этот вратарь в последних матчах. Это прям радует. Проникающий пас на Шельцова. И тот уже пробивал поворотом. Под перекладину мяч летел. Но молодец Анисимов среагировал на тяжелейший удар. Да, вот компенсивное время после травмы Кусяпова поактивнее проводит именно Нефтехимик. И зарабатывает штрафной команда Новикова на правом фланге. Удар поворотом, удар опасный, и как будто бы Артур Анисимов не очень ожидал именно удара. Далее Шельцов, проникающий пас следует, и удар поворотом наносит Султан Джамилов. Но уж очень острый угол был, очень серьезное сопротивление, и Джамилов скорее на удачу бил. Вот еще раз смотрим, открывание вроде бы хорошее. Но пришлось бить аккуратно из-под Данила Маругина. И зарабатывает фол Саид Алиев в этой тяжелейшей ситуации, когда все, мяч уже готов был ускользнуть. Станислав Антипин. Попытка дальнего удара. Вот момент хороший, кстати. По-моему, Кирилл Морозов пробивал. Да, совершенно верно. Навес с правого фланга, удар головой наносит Дмитрий Тананиев. Пожалуй, первый острый навес в сегодняшнем матче. Да, даже не стал дожидаться третьей компенсированной минуты. Окончание третьей компенсированной минуты арбитр Богдан Головко. Счет у нас не открыт, и, пожалуй, это довольно справедливый исход этой встречи.